Наступление по всему фронту. Сирийская армия при поддержке нашей авиации теснит террористов практически на всех направлениях. Наиболее интенсивные бои идут в провинциях Латакия, Алеппо, Хама, Хумс и пригородах Дамаска. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Он отметил, что в первую очередь внимание уделяется подрыву инфраструктуры террористов и уничтожению источников их доходов. Это нефтяные скважины, перерабатывающие заводы и колонны бензовозов. Начало операции, то есть конца сентября, наша авиагруппа выполнила более 4200 вылетов. За последние несколько недель увеличена интенсивность ударов по позициям ИГИЛ и других террористических группировок. При поддержке российской авиации вооруженные силы Сирии продолжают вести наступление по всему фронту. В провинции Алеппо правительственные силы продолжают расширять зону безопасности вокруг аэродрома Квайрис, развивают наступление в юго-западном направлении на Идлиб. За последнюю неделю, преодолевая упорное сопротивление бандформирований, освободили 9 населенных пунктов. Провинция Латакия, штурмовые отряды сирийской армии расширили контроль над участком сирийско-турецкой границы. Российская авиация помогает и оппозиции, которая борется с ИГИЛ. Только за сутки наши летчики нанесли 17 ударов по позициям боевиков в районе Раки, именно в поддержку свободной сирийской армии. В общей сложности, по словам Рудского, в Арабской республике против террористов сейчас воюют 1500 оппозиционных формирований. Свои действия они согласовывают с правительственными силами, а также передают нашим военным координаты объектов боевиков.